Привет, голданы, с вами Забаво. Несколько дней назад меня дернуло вспомнить о мобильном гейминге и хорошенько порыть Google Play на наличие трехмерной годноты. Я очень удивился, отрыв там Cyberhunt, новый проект от неугомонной китайской студии NetEase, что за один только 2017 год умудрились сделать аж три королевские битвы на мобилке. Крайне популярный Rules of Survival, крайне приятный Knives Out и крайне непонятный Survivor Royal. Про все эти игры мы еще не раз порассуждаем на обзорах. А вот первое впечатление по Cyber Hunter будет прямо сейчас. Насколько мы знаем, азиатская аудитория привыкла жрать абы что, но вот европейской подавай каким-нибудь из юба. Поэтому здесь очень много всего. Здесь, в принципе, смешано моба с Battle Royale, но сейчас не буду рассказывать в основном про все фишки. Это будет отдельное видео. Сейчас вам хотел показать чистый геймплей. Поэтому, сорян, по меню мы сейчас особо не будем лазить. Поверьте, здесь много всего. Здесь есть все, что можно найти в современных free-to-play проектах жанра Battle Royale или моба. Так что, давайте дрочнем. Здесь всевозможные показывают умения. Вот, глайд, например, это я умею делать, да. Еще есть хилы. По крайней мере, это у этого персонажа, вот, который выбрал Zero. А еще есть мужик какой-то, вот. В общем, смотрите, здесь очень много фишек. Да, здесь всевозможные сонары, в общем, очень много всевозможных штук. Здесь вот можно стать на 25 уровне передвижным кустом. Так, ну что, давайте уже понеслась, как говорится, с чуваками. Пока что доступна только одна карта в классик моде. Насколько я понимаю, Six Forces Blitz, он закрыт пока что. Так, матчи здесь ищет очень быстро. Даже сейчас искала медленно, почему-то. Просто за одну секунду находит. Катки, скорее всего, разбавляются ботами, потому что я уже немножко погонял и заметил, что какие-то боты тут все-таки присутствуют. Да, ну, поначалу. Как говорится, классика мобильных батл роялов, это небольшая поблажка поначалу, чтобы, типа, ты особо не сдулся быстро. Да, вот можно прям, короче, подготовки выбрать скиллы и раскидать их по колесу. Так, ну что, это моя тимка. Телочки, просто свеговые. Трэп-хата какая-то непонятная. И вот мы появляемся, ебой! Сейчас на этом охуительном глайдере, который немножко похож на самолеты из Rules of Survival, будем ебашиться в какие-нибудь ебаные ебенюхи. Карта, кстати, красивая. Немного погонял, много биомов, много природных зон. Пока что не знаю, есть ли здесь какая-то погода. Но пока что и без погоды все заебамба. Игра очень фановая, графика классная. Знаете, чем-то напоминает Knives Out плюс Rules of Survival плюс что-то еще такое клевое. Вот, то есть, в принципе, жрать можно даже взахлеб. Еще чем-то напоминает Ring of Elysium, но Ring of Elysium у нас кусок неоптимизированного говна. Я уж не знаю, что понимается под... А, это свои, отлично. Под современной оптимизацией, может, у людей просто компы не тянут. Но вот у меня, не сказать, что помойное ведро, но как-то, блядь, знаете, немножко бывает обидно, когда какой-нибудь Rings of Elysium мне показывает Барибух и Писю. Так вот, сейчас мы с Поциком объединились, смотрим на мапу. Да, здесь тоже есть движение самолета. Нам, по идее, нужно в Хайден Парк. Вот уже начинается ебалово нашего Поцика тут... Долбит, насколько я понимаю, баты. Фреймрейт немножко подсел. Замечаем. Да, мы нарвались на армию ботов. Причем не просто, блять, на армию ботов, а на целый гульфятник ботов. Дико раскидали их. Так, ну что, по братишке по-нашему кто-то еще лупит. Я только не могу понять, откуда. Кстати, здесь можно услышать местное музло. А еще эта тачка способна все нахуй ломать. Кстати, разрушаемость тут частичная есть. Вот, например, вот такая. Бабамба. Не успевает модель разрушения прорисовываться, потому что пингует сервачок. Но в при... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мы не взяли тачку, которая умеет быстро кататься. Ну, благо, у нас есть местный пацан, который способен высовываться из окошка и ебать...
просто трах тебе до. Так вот, Cyber Hunter меня привлек реально своей графикой, своими возможностями. То, что он в принципе хорошо оптимизирован, хотя заметны какие-то проседы, особенно когда боты вылезают, то есть, скорее всего, не особо проц оптимизирован. Так, ну вот мы наконец-то приехали в лужу. А я все думал, когда же, когда же. Да, тачку мы утопили. Но это ничего страшного, мы попали в мечту всех MMORPG азиатских. Это прекрасный восточный сад. Причем обратите свое ебучее внимание на то, какая заиграла музыка. Неплохая графика, движущиеся, в отличие от Far Cry 5, облака. Видно, что бабки вбухали, наверное, заработанные с NetEase, с Knives Out, Rules of Survival и абсолютно поносный Survival Royal. Надо же, у них даже вода анимирована. То есть в некоторых, знаете, весьма перспективных Battle Royale'ах мобильных вода вообще мертвая. Ну там она движется как-то и все. Тут прям поток не поленились сделать водный, что прям плюсики им в карму. Вот, кстати, целых две тачелбы. Сейчас мы с пацаном плюхнемся и будем развлекаться. Чувак очень послушный, наверное, все-таки чувствует, кто тут батя, поэтому решил особо не выебываться и сел в тачку. Что, кстати, редкость для, так сказать, публичного мусора, как называет его сэр Skyfox. Или как, пабликовый мусор, или еще что-то прикольное название. Врываемся, влетаем и видим, что здесь кто-то кого-то ебет. Причем нас не замечают. Попробуем сбить. Воу-воу-воу-воу-воу. Здесь где-то его дружок Фрейрок, так что надо быть осторожнее. Все-таки мы как-то не сбили пацана. Ага, ага, ага. Так, все, ебалово пошло. Так. Моя киска чувствует, что кто-то еще здесь есть, да, вон он. Бой. Что, еще кто-то? Да и просто ёба. Воу! Красава! Что-что-что? Кто где? О-о-о-о-о! Булщит! Просто булщит! Булщит, сука! Это просто булщит, сука! Просто булщит, сука! Просто булщит, сука! Воу-воу-воу! Братик, у нас ебальники! Оу-оу! Оу, щит! Я просто не знаю, я самый меткий человек на планете. Просто в ебасосину! В ебасосину! Что касается вот стены, которая сжимается, как очко твоей мамаши, в принципе, здесь очень клёвый стена. Такая красненькая, знаете, прям такая стильная, свеговая. Кстати, тут, когда целишься, модели подгружаются. Вот, что объясняет местную производительность тем, что ненужные модели тут не грузятся. Но как только ты начинаешь юзаться, подгружается в прицеле оптики вообще все, даже трава. Это вообще нонсенс для мобильных и, наверное, даже для обычных Battle Royale больших, чтобы трава подгружалась в оптике. Это, конечно, надо, не знаю, отсосать Джону Кармаку, наверное. А тем временем моя сосиска решила куда-то полететь. Ну, ёб твою мать, конечно же, мы полетим за ним, чтобы сдохнуть в ебенях. Как без этого? Карта, кстати, очень интересная, много интереснейших мест, с нестандартной детализацией. Вот здесь какой-то робот, а скорее всего это элементы местного лора. Поэтому было бы клево увидеть этакий Overwatch-Fortnite, чтобы прочесть вообще, что ты здесь делаешь. Кстати, лор у персонажей прописан. И да, забыл сказать, здесь есть паркур, мать твою. Вы скажете, типа, блять, по лестнице лез, чувак, это не паркур. А я вам скажу, это паркур, потому что просто с ними взаимодействовать невозможно. О! И пучка-вручка. Ну-ка, что тут у нас? Оу. Оу. Я нашел Heavy Railgun. Destroyer. Ну, давай. Так. Так. К нам кто-то приехал! Моя пусечка чувствует, что бить надо поебал. Бить просто надо в ебасосины, в ихние, в толстые. Так, я думаю, что патронов много тратить не стоит, потому что у нас осталось всего их два.
Кстати, судя по полету, здесь есть баллистика. Ребятушки, у нас внизу кто-то шастает. Вы слышите это сами. Бой. Кстати, мы можем заспаунить наконец-то мотоцикл. Ресурсы на способности получаются из скиллов. Тем временем моя жопа чувствует, что к нам подбираются люди. Да. Вот моя жопа никогда не подводит. Я не знаю, бот это или чувак, который в АФК стоял. Оу! 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 Сука! Самое главное, когда летишь на глайдере, вовремя поворачиваться в воздухе, блядь! Чтоб не огрести пиздюляторов. Так. Что? Юзанемся. Хопа, бэйби. Так, тем временем нас ебут. Я прям вот чувствую, как ёбка приближается. Мой брательник, я не знаю, где он. Но он, кажется, не хочет. Ау! 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 Я, главное, не пойму, откуда. Получай, мразь. Так, все, стена схлопывается, и пидорасы уже наступают. Нужно все-таки занять доминирующую позицию и не всосать на последних секундах раунда, чтобы показать вам идеальный геймплей, как так сказать, и идеальному обзору идеальный геймплей. Правильно же, ёпта. Не знаю, как можно убрать вот эти вот все... Ага, вот, все, чудненько. На Escape нажимаем, и список сворачивается и не ебет на мозги. Так, кто тут у нас еще? Кстати, обратите к свое ебучее внимание на то, что здесь есть снайпер райфл, мать твою. Я просто этого не знал. Мать твою, бесплатная валькирия. Кто мог подумать вообще? Обменяем слоты. Булщит! Господи, я вот чуть не зазевался. Кстати, очень опасно лечу. Вот здесь очень любят снайпера, я видел на роликах и по ютубу, что вот ты летишь, и тебе прям ебучку прилетает. Да, кстати, где моя сосиска, я не пойму. Брательник, ВФК, сука, нёоо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 Так что я буду кататься как ебанутый сейчас. Можем, кстати, вот так вот зашкериться в ёлке. Ну, я хочу сказать, что все дохуя умные попрятались вообще просто в скамовых местах. А! Как это, блядь, как он меня увидел на ёлке, сука! Ебучий ты порошок! Блядь, как это вышло? Как это вышло, блядь? Я же спрятался, сука! Второе почетное место. Ну это круто. Это, блядь, круто. Кстати, тут можно еще, я так понимаю, посмотреть, в какие топчики ты одет. Да, черт возьми. Посмотрим реплей. Мне просто интересно, как он меня убил. Ребят, скажите, пожалуйста, такое возможно? Еще раз. Я не знаю, может быть, он увидел вот здесь вот что-то, что его смутило, но... Ребят, это как вообще? Как это, блядь? Сука, я не понимаю. Еще раз. И самое обидное, что меня убил какой-то просто ноу-скильный хер, у которого было там чуть-чуть убийств. Ну ладно, мы это стерпим. Потому что у нас появились новые квесты. Сразу выполнять их. Ух, да, люблю это дело. В целом, что я могу сказать? Это очень классная Battle Royale, которую стоит гонять не только на мобильниках, но и на компах. Поэтому попробуйте, мне кажется, вам это очень сильно зайдет. Спасибо за просмотр, ставьте лакосты и всем покидосы.